Часовня такая была. Басика, никто не спасется. Успеет, по-моему, перекинуть на подлова. А ладно. Да, он не успел. Она там на призу не падает, она сильно его уклонит, я подлова сейчас. Слово не попал в голову. Еще и распилить. Пока вышел.
ебать, кем лица учил. Я не успею его поднять, он дохнет раньше на пути. Ну, бубасик молодец, что ли. Да, я успею. Ты, блядь, клоун будешь заводить? Понятно. Чё за спирит её? Блядь, боже, почему залезть? Ничего не было, ключ. Сейчас есть идея, которая сразу снять. Да, пожади, черки помнишь. Убежали. Он будет полегко ломать. Там у Геника есть палета, если что. Ничего страшного. Бля, я хз вообще, пиздец. Что за убогая планета, блядь? Смотрите, она еще упала. Хотя она одержимость, найду у нее пол. Че ты доебался, чел? Ты меня не распилишь здесь, ты понимаешь, что ты? А, вообще-то распилишь, потому что... Ой, мне там его бомбуру. Ну, мне придется тут пить. Хотя, может быть, еще кое-что. Смотри. Я видел там ключ. Адам выронил ключ. Мне надо срочно его подобрать. Прям very-very срочно. Кстати, он ударил меня обычным хитом, и я ключ не выронил. Это вот что забавно. Надо, чтобы они починили. Да, но он услышал меня? Я застопился, боже. Уебанская игра, но я застопился. Они до сих пор ничего не починили, вот они и без, блин. А, наконец. Ну. Стал молиться на нахождение люка. Ну и плюс спасение от этих клоунов. Адам пытался меня включить, понял, что его кто-то вперёд, он набрал мои инструменты. Когда этот клоун додумался, мне интересно. Он мне не даст в окно прыгнуть, он меня сейчас продаст. Кстати.